каждым. А самые забавные мы вам сейчас покажем. Прикольные истории на суше ли, на море ли. Прикольные истории на берце. Больше всего сантехник Андрей любит ощущение хорошо сделанной, качественной работы. И, как следствие, щедрые, очень щедрые чаевые. Милый, мы опаздываем на репетицию. Дорогая, уже почти все готово. Все, готово. Вы молодец. А хотите, мы вас отблагодарим. Как нас в театре благодарят. Ванечка, Ирочка. Готовы? И хором! Браво! Браво! Бис! Бис! Браво! 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 За все! Таксист Денис мог бы рассказать много забавных историй из жизни, но одна из них стоит в этом ряду отдельно. Итак, поздний вечер, корпоративная вечеринка одной крупной компании. Мужу надо остаться пообщаться с друзьями, а жене рано утром на работу. Так, поцеловать. Милая. Здрасте. Командир, трудовая 5. Сделаем. Сейчас развернемся. Ой, может, он что-то забыл? Остановитесь, пожалуйста. Ага. Алло? Да, малыш, привет. Привет. Ну, в общем, все нормально. Я своему Ивру отправил. Да. Скоро буду, жди. Целую, целую, пока. С людьми иногда случаются удивительные истории. Романтические, интересные, печальные, порой немного нелепые, а иногда просто идиотские. Так, сколько стоим? На этой станции совсем мало. Кажется, минут 5. Так, я успею? Да куда ты? Мы скоро поедем. Да я мигом сейчас чипсы, фисташки куплю и обратно. Ой, может, не надо? Да все, не парьтесь. Стоянка 5 минут. Может, выйдем? Яблоки, покупаем яблоки. Свежие яблоки с огорода. Только-только с огорода. Коля! Коля? Коля! Потеряли!
Ребята, ребятушки, ребята! Куда лезешь, шеф? Есть билет? Ребята, сумка моя, документы мои у вас. Коль, ну мы думали, ты потерялся. Сумки отдали в милицию, в розыск объявили. Все как надо сделали, Коль. Так, все, в вагон отправляйся. Ребята, ребятушки, ребятушки! Коля, ты найдешься! Ты обязательно найдешься, Коля! Коля, мы с тобой! Порой надо обладать недюжинной смелостью, чтобы сказать кому-то важные слова. Как же все-таки хорошо, что у нас будет малыш. Да. Только я вот что думаю. Надо как-то Олежку подготовить. Он ведь пока ничего не знает. Нет, ну он же не маленький, он все поймет. Как появится, примет как должное. Не уверена. Ведь он может начать ревновать. Ведь бывает такое. Нет, ну может, конечно, но... Слушай, а поговори с ним как мужчина с мужчиной. Ой, нет, дорогая, давай лучше ты. Он же все-таки твой муж. А как придешь домой, сразу поговори. Скрыть следы совершенного проступка, некоторые идут на ложь. Но даже небольшая ложь может превратиться в очень большие проблемы. Отец меня убьет. Да ладно, не убьет. Подумаешь, бампер поцарапал. Да я тебе говорю, он молится на эту машину, он каждую пылинку с нее сдувает. Я тебе точно говорю, убьет. И че? Чё, смотри! И чё? Мы сейчас номера перекрутим. Батя твой придет, посмотрит, все в порядке. И успокоится, а потом номера мы переставим. Да не! Да я тебе говорю, верняк дело. А если отец в салон полезет? Ну отличём. Ну вот, па, смотри, все в порядке. Ты зря на меня бочку катишь, что я водить не умею. Ну ладно. Может быть, действительно с тобой еще не все потеряно. Будешь мать с бабушкой на дачу возить, когда мне будет лень. Ладно, Витек, пойдем, там надо помочь шкаф спустить. А я вам вечером машину отдам. Алло! Полиция! Полиция! Я хочу заявить об угоне! Да моей! Только что! Буквально на моих глазах! Да! Thank you.
План, ну как? Как? Поймали его. А так ему и надо. Оформляют? Наверное, душку впаяют. А так ему и надо. Слава богу, машину вернули. Без головомойки. А ты тоже хорош. Ты своей головой, ты думаешь? А чё? Чё? Ты ключи в замке зажигания нафига оставил? Да ничего не оставлял, вот они. Пап, ты чё? Пап, ты чё? Когда собираешься, важно ничего не забыть. Но все равно ведь что-нибудь забудешь. Дорогая, ну что ты там так долго? Вечно тебя приходится ждать. Что ты там в этой ванне-то делаешь? Сейчас, милый, еще реснички накрашу. Ты что, с ума сошла? Нас там Гоша давно в машине ждет. Я готова, котик. Так, ты все взял, что я отложила? Так, шубу взял, брюлики взял, туфли взял. А сапоги? Кожаные на шпильке? Да, взял. Какой ты у меня заботливый. Так, пакуем технику и быстро валим, а то хозяева скоро вернутся. Мужчины, которых нелегкая занесла в баню, нередко по-разному понимают для себя отличный отдых. Хорошо. Мужики, а может быть девушек вызовем, а? И попаримся как следует. Точно. Интересная мысль. Выбираем ее. Андрей, ты с ума сошел? У тебя со зрением все нормально? Андрюха, зачем одну на троих? Возьмем этих трех и все. Мужики, доверьтесь мне. Нам нужна именно она. Уверяю вас, вы не пожалеете. Путешествуя поездом, волей-неволей попадаешь в забавные ситуации. От этого никуда не деться, ведь люди сближаются, оказавшись в замкнутом пространстве. Здравствуйте. Мужчина, вы не могли бы выйти? Мне надо переодеться.
Ничего себе! Мужчина! Вы что, совсем оборзели, мужчина? Девушка, чё вы орёте? А вы чего подглядываете? Вы не делаете вид, что вы не понимаете, о чем я говорю. Да я спал, вы меня разбудили. Спали? Конечно. А кто это все вот комментировал? Кроме нас с вами в купе никого нет. Ну мне откуда знать? Я же спал. Парень. Эй, парень. Все, начальник поезда ушел. Так что вылезай и перемещайся в мое купе. Мне здесь хорошо. Ревность некоторых жен бывает поистине безграничной. Может быть, она оправдана? Света, да в автобусе я нахожусь, но где мне еще находиться? Я еду домой, Свет! Света, прекрати уже истерики, я тебя очень прошу. Слушай, друг, ты не мог бы объяснить этой дуре, что я сейчас не по кабакам шатаюсь, а еду к ней и нахожусь сейчас в автобусе? Пожалуйста. Алло? Я пассажир автобуса номер 5, двигаюсь по направлению к станции метро Свиблова. Вы давно едете? Ну, лично я минут 20. А с кем вы мне честь разговаривать? Это Светлана. А чем вы еще докажете, что едете в маршруте? В автобусе номер 5, совершающий рейс от Биберева до ВДНХ, находится порядка 15-20 человек. За бортом минус 5 градусов по Цельсию. Данные на 16 часов 05 минут. Что вам еще сказать? А по какой улице вы проезжаете? Ну, честно сказать, улицу я не знаю. Но если вам очень нужно, я могу дать трубку водителю или кому-нибудь из пассажиров. Нет, спасибо. Назовите в трубке этого... Вас. Да. Ну вот видишь. Все, давай, скоро буду. Фу. Да. Привет, милая. Да только что с ней разговаривал, задолбал уже. Слушай, ну сегодня поеду домой. Я уже пообещал. Значит, завтра приеду к тебе. Ну все, пока, целую. Пока. Главных вопросов для молодых родителей. Как выспаться, как не опоздать на работу и где взять няню. И беда как раз в том, что только решив вопрос с няней, можно ответить на первые два. Все, нам нужна няня. Не знаю. Ей же надо платить. Знаешь, сколько случаев рассказывают, как они ужасно с детьми обращаются. Да ты посмотри на нас, мы с тобой вечно сонные. Я вчера на работе стоя в лифте уснул и на босса упал. И потом, мы с тобой оба работаем. Поэтому я думаю, мы можем позволить тебе няню. Нет. Да почему нет-то? Я своего собственного ребенка какой-то чужой тетке с улицы не отдам. Вообще, моя мама могла бы запросто нам помочь. Да? Да твоя мама запросто даже здрасте не скажет. Ты на мою маму не наезжай. Она вообще вот-вот приедет. Я ей вчера звонила. Что? 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 Почему я опять это все узнаю последним? Ты же знаешь, твоя мама не подарок. Она
один единственный раз совершенно случайно ошпарила тебя, и что? Да? А еще отравила грибочками? Случайно. Да я вообще молчу про то, как она мне подсунула свой ореховый рулет. Хотя она знает, что у меня на него аллергия. Да ее теперь всю жизнь будешь этим рулетом попрекать. Да. Веди себя прилично. Я прошу тебя. Да не хочу я с ней. Я нигде. Ой, как я по тебе соскучилась. Здравствуйте, мама. Ой, здравствуй. Ну, иди пообнимаемся. Чего ты похудел? Не кормишь его? Ну, ничего, я тебе рулетик ореховый привезла. Как ты любишь. Иди сюда. А что это? А это брошка моя. А? Ну, где внучок? В комнате, мам. Мам! Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Мам! Здравствуйте, мама. Тише, Костик, разбудишь. А это кто? Это няня. Няня. Да, няня. Я в серванте нашла у вас деньги, решила нанять няню. А то с моей спиной ты не нанянчишься. Ты бы пошел в ванну набрал для Костика, а я телевизор посмотрю. Хорошо, мам. Только с ноги моей сойдите.